Здравствуйте! Сегодня по заказу моего сына я готовлю печенье с шоколадными каплями. Рецепт очень простой, и печенье готовится довольно-таки быстро. Я использую муку, смесь белого и коричневого сахара, яйца, топленое сливочное масло, шоколадные капли, соль и пищевую соду. Подробный список ингредиентов вы сможете посмотреть в описании к этому видео. Начнем с того, что яйца и сахар мы перемешаем хорошо. Как я говорила, у меня здесь смесь коричневого и белого сахара. Хорошо взбиваем до тех пор, пока сахар не растворится. Добавляем пищевую соду. Продолжаем перемешивать, взбивать. Соль. И топленое сливочное масло. И добавим к нашей смеси муку. Тесто становится густым, поэтому я продолжаю его перемешивать ложкой. Сейчас уже стало невозможно перемешивать ложкой, и я доведу до однородности теста, вымешивая его рукой. Сейчас добавляю шоколадные капли, перемешиваю все. Тесто я накрываю крышкой и отправляю на час в холодильник, чтобы оно охладилось. Я достала тесто из холодильника и сейчас буду формировать печенье. Беру ложкой. И формирую колобки. Очень важно печенье ставить в 10 сантиметрах подальше друг от друга, потому что когда они будут печься, они расплывутся. Кстати, если вам нравятся наши рецепты, подпишитесь на наш канал и поддержите нас лайком. Все готово. Сейчас отправляем наше будущее печенье в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, и выпекаем его 8-10 минут. Печенье испеклось, сейчас нужно оставить его, чтобы оно охладилось. Пришло время попробовать! Приятного аппетита!